день, уважаемые гости, наши дорогие родители, наши любимые ученики и ребята, кто пришел поболеть за своих сверстников. Сегодня у нас праздник. Праздник детства, весны, хорового искусства. Это очень важное событие в жизни нашей школы. Раз это для нас важное событие, значит, конечно, и для вас, уважаемые родители. Наша школа всемерно поддерживает хоровые традиции, которые были заложены в период создания музыкальной школы. И я хотела бы поприветствовать первого директора нашей школы, Сычева Виктора Романовича. Поднимите, пожалуйста. Он говорил, запоет школа, запоет страна. И я думаю, сейчас его какие-то мечтания, замыслы сбываются. Становление хорового коллектива – это очень сложный творческий процесс, в котором участвует и администрация школы, и преподаватели, и, конечно, дети. Ну и, конечно, уважаемые родители. Сегодня перед вами будет представлена программа, в которой вложено столько эмоциональных физических сил, столько фантазии и таланта педагога. Я думаю, что вы получите искреннее удовольствие и наслаждение от теплых, непосредственных детских голосов. Я желаю вам хорошего праздника, хорошего настроения и передаю слово ведущей нашего концерта. Итак, встречайте участников нашего концерта. Лауреат открытого областного конкурса «Музыка детских сердец» хор «Веселые нотки». И других конкурсов и фестивалей «Хор Рассвет». Алена Владимировна.
Соколевского. Слова Ольги Высоцкой. Счастье! Thank you.
Фридриха Бургмюллера. Переложение для хора Махориной. Аве Мария. Thank you.
Украинской народной песни в обработке Николая Ракова. «Ой, дуб-дуба». Ой, прилетали два голубочка, весна, красна на весне. Ой, красивый ваш лудочка, весна, красна на весне. Ой, ты родили, ой,
огромные журавли. Рысь и мальчуга, и солдат он настоял.
кстати, композитора Владимира Мигули на слова Маргариты Агашиной в переложении для хора Елены Кондратьевой. Солисты Анна Благодетелева, Любовь Егорова. За аранжировку этой песни, исполненной на конкурсе фестиваля «Поклонимся великим тем годам в Ярославле», Елена Александровна была удостоена диплома, с чем мы ее еще раз поздравляем. Музыка Степана Соснина, слова Константина Ибряева. «Ради нас».
Алла Дубровина, «Наша Родина», солистка Антонина Шилова. Здесь теплое поле наполнено рожью, здесь плещутся зори в ладонях лугов. Сюда златокрылые ангелы Божьи по лучикам света сошли с облаков. И землю водою святой оросили, и синий простор осенили крестом. И нет у нас Родины, кроме России. Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. Oh!
сейчас слово предоставляется нашей замечательной, любимой Елене Александровне Кондратьевой. Как приятно видеть столько добрых, отзывчивых, искренних лиц сегодня в этом зале. Это и наши родители, и наши гости. Это, в общем-то, самая большая, наверное, награда, вот эти ваши аплодисменты для наших ребят. Да, ребят? Да. Конечно, задумывая наш концерт, мы хотели показать, ну, наверное, результат нашей работы творческой. Конечно, создать такие коллективы, это, конечно, многого стоит. Много очень труда вложено, сил, энергии. Но я думаю, что все это не зря. Вот этот труд наш, он очень благодарный. Потому что, конечно, хоровое пение, оно очень во многом влияет на развитие духовности, да, в наших будущих личностях. Прививается вкус к музыке, да и вообще совершенно другие дети становятся. Дети, которые поют вот сейчас на сцене. И я думаю, что потом вот это зернышко, которое мы в них заложили, прорастет. И они будут очень успешными, очень уверенными в себе и в то же время чуткими и неравнодушными людьми. Да, ребят? Да. Поэтому я очень рада, что сегодня наше вот это вот мероприятие состоялось, и что пришли гости, и мы выступили, показали все, что могли. Конечно, не обошлось бы без помощи, да, многих людей. Мне, конечно, хотелось бы сказать слова благодарности директору музыкального училища Алле Геннадьевне Бурлаковой, которая предоставила нам этот концертный зал. Где еще разместить такое количество детей, как не в музыкальном училище? Конечно, слова благодарности нашей администрации, администрации нашей школы, Елене Игоревне Елагиной, Ирине Николаевне Королевой, которая всегда нас поддерживает во всех наших творческих начинаниях. Ну и сегодняшний концерт не состоялся бы вот без этого человека. Алёна Владимировна Кузнецова. Она достойна очень крутых аплодисментов. Она весь концерт сегодня была за роялем. Это было трудное испытание. Но этот человек не только профессиональный музыкант, пианист, очень чуткий концертмейстер, это еще и надежный, верный друг и сподвижник нашего коллектива. Без нее никуда. Поэтому большая благодарность, конечно, Алене Владимировне. Мы благодарим нашу ведущую, очаровательную Евгению Дмитриевну. Выйдите сюда, пожалуйста. Которая всегда очень тепло и... обаятельно очень ведете все мероприятия. Очень приятно, да, что вы согласились нам помочь. Ну и, конечно, нашим родителям, бессменным, которые помогают и костюмы возить, и с аппаратурой, и вот с видеорядом. В общем, все те, кто нам вот помогали, огромное вам спасибо. Это тоже ваш труд, вложенный вот в это вот мероприятие. И хотелось бы мне закончить вот такими словами. Союз прекрасный, музыка и дети. Какое счастье слышать голоса, которых нет чудеснее на свете, и видеть благодарные глаза. Любимый хор, мы верим без сомнения, порадует еще нас много лет. Пусть новое приходит пополнение, и новых добивается побед! Thank you.
подготовил и провел этот концерт преподавателям и сотрудникам детской музыкальной школы номер 7. А теперь ваши полные продолжительные аплодисменты нашим замечательным ученикам. Аплодисменты Дарье Малинке и Вене Кондратьевой. Аплодисменты Дарье Марине Владимировне Кузнецовой. И чтобы оплодисменты Елене Александровне Кондратьевой. Наступающим праздником Днем Великой Победы. До свидания, до новых встреч.